Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович, и мои полтавские тротуарные новины. Я вам хочу рассказать вот о чем. Ровно год тому назад я делал репортаж отсюда, вот видите, да, это фонтан возле театра Гоголя. Я рассказывал вам о том, что исчезла часть старинного фонаря. Ровно год тому назад, год и два дня, чтобы быть точным. Что за этот год изменилось? Изменилось вот что. На тот момент была исчезнувшая верхняя часть одного фонаря, потом исчез полностью фонарь. И через короткий промежуток времени исчезла и вторая часть фонаря, то есть два фонаря исчезли. Прошел год, фонари не вернулись на место, хотя был слух о том, что их начали разбирать для ремонта. Но ни ремонта мы не увидели, за год никто ничего не восстановил. Мы понимаем о том, что власть меняется, а проблемы усугубляются. Старинная Полтава исчезает с лица земли. Всем хорошего настроения!